Вот так вот выглядит моя неудавшаяся подсветка для съемочной площадки. Здесь у меня стоит камера, смотрит сюда. А здесь должна была быть съемочная площадка. Это все белая съемочная площадка. А это должно было быть освещением над съемочной площадкой, но оно не подходит. Слишком тусклое, слишком мало, нужно больше. Вот это вот 5 метров. Столько будет 10, а еще столько и не влазит, чтобы осветить примерно всю площадку. И свет у нее тусклый. Нужно брать ленту поярче. Да и вообще неудобно, если над съемочной площадкой будет такая вот бандура висеть здоровая. Проще какой-нибудь светильничек такой, два светильничка, чтобы стояли сверху, так один светил, второй. Есть такие две лампы. Это будет нормально.